Очень страшно смешные новости. Итак, поехали. Человеку в противогазе отказали в кредите. В подмосковных Люберцах прошел фестиваль «Рэп против наркотиков» почему-то. Если верить примете, что голубь накакал на вас деньгам, то на Романа Абрамовича насрало около миллиарда голубей. Едем далее. Неизвестный ворвался в местный секс-шоп и под угрозой насилия забрал все предметы угрозы. Едем далее. Такая, знаете, литературная страничка. Герой романа мог бы еще жить, но перо писателя распорядилось иначе. Перо вошло под ребра на 3 сантиметра выше печени. Шокирующий случай произошел на овощном рынке. На прилавок с огурцами неудачно упала девушка и стала женщиной. Хотя неудачно. В Мытищах в городскую больницу был доставлен мужчина с микропроцессором в заднем проходе, называвший себя терминатором. Как позже выяснилось, это был откуренный учитель информатики. Раскрыт секрет мавзолея, Ленину вкалывают текилу. Коммунальные услуги ограбили пенсионера. Вот, вот, внимание. Уборщица одного мясокомбината мыла полы мясом предыдущей уборщицы. Такая жесть пошла. Тоже жесть. Мальчик закурил в 7 лет, сразу после первого секса. Кровь-гинеколог 3 года просидел своей жертве. На Казанском вокзале голуби-бомжи заклевали девочку с беляшом. Прожевывает, да. Анджелина Джоли сделала себе пластическую операцию на губы. Теперь большие только на лице. Сергей Зверев объелся шоколадок в шоке и обосрался. Звезда в шоке. Отметил сам Сергей. Кому ж такая красота достанется? Ну и наконец, одна хорошая новость, друзья. Внимание всех девушек. В городе появился особо опасный маньяк. Насилует все, что видит. Правда, видит плохо, поэтому...